какая. Очень маленькая. Вперед! Самое серьезное питание на этой трассе, вот эта активная прямая, если Паш работает вместе, значит, сделает свою себе смартфон. Это очень большой процесс, то есть собаки тренируются целый год. То есть у них есть летние тренировки, есть зимние, на разную дистанцию, соответственно. То есть как все как у спортсменов настоящих, то есть у них свой график тренировочный под каждую гонку, под каждую дистанцию. Гена, Ген. Да ну вот. Давай. Больше всего, конечно, это сибирский хаски, она самая популярная до сих пор. И, конечно, участники четвероногие больше это хаски. Но есть и метисы, то есть это более быстрые собаки, самоеды, маламутов, по-моему, парочка я видел в заявке. А вот якутские лайки, к сожалению, в этом году не приехали. Зигзаг и правый серп со спустом. Довольно сложный поворот. Там серп. Санька. Мы пойдем прогуляемся. На трассе. В туалет. Встречаешь по-разному собак. И 8-9 лет бегают, бывает, вон, видео посмотришь, и 12 лет хорошо бегут собаки. От собак зависит. Если никаких болезней к возрасту не наберет, то бегает. Приехали участники с разных городов. Ну, наша федерация Ярославская присутствует, москвичей, Московская область довольно много, Кострома. Ну, в общем-то, довольно широкая география городов. То есть про нас уже много знают, приезжают. Трасса очень хорошая, прикольная, скоростная. Все, за исключением вот этого вот финиша. Все очень хорошо. Финиш, конечно, как организаторы говорят, это их изюминка. Но правда изюминка. Не зря его называют выключатель. И за первое место награждается Зеляева. Все наши. Марин, только не ругайся. Стоим на подиуме, стоим, молодцы. Все сюда смотрят. Результатом довольна. Гонка понравилась. Интересная трасса.
и местами динамичная очень, что пришлось потрудиться. Мы уже выигрывали и в других гонках. Вот, и, ну, конечно, рады, что именно на нашей ярославской гонке мы выиграли.